происходит наступление на один из самых сильных и самых интересных и самых развернутых ресурсов в нашей стране. Государство прибирает его к рукам, просто делает это присущими ему способами. Просто творится произвол, иногда произвол, иногда преступление. Они хотят Тутбая сделать послушными себе. Я думаю, так 1,2 миллиона белорусов были там, и всю главную информацию получали там. И вот это больше всего и не нравится государству. К сожалению, наше содружество журналистов не стало на защиту, как это произошло бы, допустим, на Украине, как это произошло бы в Прибалтике, тем более, а уж я не говорю о других развитых странах, это даже говорить не приходится. То есть там это было бы невозможно. У нас это возможно, у нас будут уничтожать поодиночке, а общество в целом не становится на их защиту, не понимая, что в этот суд, который вершится, проиграет ни Марина Золотова, ни Зисер, ни Тутбай. Мы все там проигрываем. Каждый из нас должен, во всяком случае, кричать, вопить, говорить о том, что люди придут скоро и за вами. Вы не думаете, что это пришли за Мариной Золотовой. Может, так люди проснутся?